Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Майнкрафтер Да Мастер, и сегодня также снова еще Лина! Это я, посмотрите на мои руки-базуки. Руки-базуки, капец, кис минут перекачалась, теперь будешь меня на руках таскать? Конечно, так это просто нужно для того, чтобы выжить в суровых условиях морей. Да, мы сегодня будем выживать в рафте, надеюсь, нас вот такая вот акула не сожрет, смотри на акула. О, это Бен. Это Бен? Надеюсь, это акулка Бен. Нам Бен не будет Бен, понимаешь, типа? Так, хорошо, давай я, типа, закину тебя в друзья, со мной на выживание, мы с тобой пойдем. Мы сегодня будем играть на кристалликсе в рафт. Он давно уже бесплатный, если что, и каждый может в него поиграть. И почему мы решили записать сейчас? Скорее всего, это выживание не будет долгим. Может быть, серии 5 или что-то типа около того, может быть, чуть больше. Потому что где-то примерно до конца этого месяца рафт будут обновлять, и он изменится очень сильно. Конкретно изменится его хардкорность. Поэтому мы решили отдать должное его хардкорности и поиграть, так сказать, напоследок в хардкорный рафт. Потому что дальше. Просто в дань уважения. Да, потому что, видите, хардкорный рафт не всем зашел из-за того, что очень тяжело. Если проигрываешь, теряешь все, начинается с самого начала. Изначально мы думали, что этот концепт будет людям интересен, но мы поняли, что люди слишком сильно казуалы, и они хотят чего-то более простого. Поэтому хардкорный рафт уйдет на покой. Нифига здесь ничего еще есть. Я на лобби не бегал, смотри, что тут есть, где кисма. Да я тут бегаю тоже по лобби. Там видела вообще, что за жесть творится? Вот здесь прямо акула. А я вот прям над тобой смотри. Прямо давно. Посмотри вот сюда, посмотри сюда. Смотри. Жесть! Жесть! Ты посмотри, я говорила, что это слишком жестоко еще вчера. Да, ну короче, лобби здесь крутое. Ладно, что, наверное, начнем игру. Ты выбери перки у персонажа. А, как? Персонаж, ну, кстати, новые перки открылись из-за того, что мы играли. Ваш персонаж привык к походам, поэтому консервам ему кажутся более питательными, чем они есть. Нифига себе, можно туриста взять, смотри. Ну, я предлагаю, раз мы с тобой вдвоем, может быть, просто возьмем пловца и будем плавать. Так, ну я сейчас подумаю. Так, смотри. Есть плотник, это типа, видимо... А у тебя плотник? А у меня плотника нет, кстати. У меня есть плотник. У тебя у меня есть плотник, да-да. Ваш персонаж умело изготавливает мебель. Ну, плотнику нужно брать что-то на минус, понимаешь? Типа, например, если брать плотника, надо брать, например, гурмана, поняла? Типа, ваш персонаж любит вкусно поесть. А как понять, сколько очков у меня? У тебя есть плюс 2 изначально. Ага. У тебя изначально 2 очка, вот. Баланс очков 2, да. Смотри, ну, можно прожорливого взять и просто жрать. Не, знаешь, можно взять плотника, можно взять туриста и пловца, и взять болезненного. Да, можно. Че, мы пробуем типа через будем двумя бронхитными на острове? А мне кажется, стоит взять еще сильного. А сильно? У тебя есть сильного? У меня сильного нет. Что сильный дает? Сильный дает более тяжелые грузы можно поднимать. Да, ну нафиг, будем по чуть-чуть потаскать на блоды, и все, я думаю, хватит. Так, ну, что, набираем? Ладно, или я просто, я бы просто пловца взяла, на самом деле. Ты можешь взять, знаешь, что, типа, или ты можешь взять пловца и просто бить акул, ага. А я возьму болезненного, там вот это вот. Это. Так я могу взять пловца, плотника. Ну хотя зачем? Ну да, плотника, правильно? Ну да. Давай тогда, знаешь, что сделаем? Ладно, давай, короче, просто пловцов возьмем и не будем париться. Да, отличный выбор. Принять выберенное. Все, я запускаю. О, какой у нас красивый океан. Ой, сразу, так, во-первых, доски выкладываем, доски. Так, ты поплыла за теми досками. Не сначала выложи, они же у тебя сырыми будут в инвентаре. Они же у тебя засырятся. Так, хорошо, все, пока не засырились. Так, что у нас тут плывет? Я сразу вижу. О, пластиковая бутылка, это нам нужно. Пластиковая бутылка сюда, там чуть-чуть плывет. О, еще одна пластиковая бутылка. У нас уже есть на сборник воды. У тебя рюкзачок. Да, этот рюкзачок позволяет мне больше вещей перетаскивать. Ой, сразу доска плывет. Ну, чуть-чуть больше, да. Тогда я это тоже себе хочу такой. Он красивенький рюкзачок. Ты видела, как у меня там лисичка торчит из него? А я хочу тогда с аксолотликом. С аксолотликом? Ну, так мы что, мы с тобой как маршрутки на этом плату? Нормально. Нифига мне в глаза слепит солнце просто такое. Да, когда на плот плывешь, особенно жестко, ну, знаешь, типа, зато складывается ощущение, как будто мы реально где-то, знаешь, типа, а что ты, целая куча бревен выбила только одно бревно? Да. Жесть, кот, это как это так? Это жизнь, мужик. Это жизнь. Так, хорошо, нам с тобой нужно сделать что? Рюкзак, правильно? Ой, верстак. Верстак делается из двух досок и металла. У нас в целом все есть. Я беру досочку раз, досочку два, делаю самый базовый верстак. Для крафта всякой фигни. Все, сделал, ставлю его, отличный верстак у нас есть. Нам еще понадобится, наверное, копье и нож. Самое главное сделать нож, не забыть про нож. А то без ножа потом мы застрянем. Здесь есть, короче, баг, который нужно будет зафиксить. Мы уже сказали Сане, разработчику, что если ты потерял нож, если ты его просрал, то ты не можешь резать ткань на лоскуты, а без лоскутов нельзя сделать новый нож. Вот, не видите, лоска ткани, без лоски ткани не сделать нож. А зато ткань... можно задонатить на новый нож. Да, ткань делается только если ты режешь, получается... Ткань ножом. Ножом, да, ножом. Это вообще жесть, конечно. Мы говорим, Саня, ты что, дурак? Типа, как вот видите, тут ножен нужен, чтобы резать. Так, хорошо. О, сырая ткань плывет.
плывет. У нас сейчас пока ткани мало, поэтому лучше сырую ткань тоже собирать, чтобы ее сразу же сушить. И, наверное, нужно первую сушилку сделать и сразу же ткань на лоскуты резать, чтобы не просраться. Лучше, знаешь что, лучше сейчас займись этим опреснителем. Опреснитель сразу же нужно. А для этого нужны пакеты, понимаешь, пакетов-то нет. У тебя пакеты есть? А, да вот, не знаю. Ой, доска плывет, доска плывет. А ты в воде долго лучше не протуси, а то... Да, ну, у меня пока холодно просто. Так, ну, чем дольше тусишь, тем тебе тяжелее, понимаешь? Понял, принял. Так, хорошо, что-то плывет. Опа, еще ткань, там еще доски, я пойду с теми досичками сгоняю. Так, там еще пакет, кстати, плывет. Опа, пакет это нужная вещь, потому что нам сейчас нужно два пакета, вот таких вот именно. Кулька, знаешь, я их буду называть кульки. Угу, маечка, маечка. Маечка, да, типа, оп, вот эти вот дощечки забираем, разломайте, чтобы собрать. Разломаю сейчас, оп, собрал, хорошо. И плыву к линии. Лина, как ты там? Так, я знаешь что, я хочу этот настройку шейдеров поколупаться, может не такими яркими сделать. А, можно так сделать, думаешь? Если разберешься, то скажи мне, как это сделать, потому что я тоже их чуть-чуть менее. Может, мне кажется, когда с ними первый раз играл, они не такие яркие были. Так, сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Я все эти сухие деревяшки. О, я смогла сделать. Как это сделать? Качество похуже стало, и этот экспозер, эксплозер. Это сглаживание или что такое? Не, это эксплозер именно. Настройка шейдеров? Настройки шейдеров, да, именно. Да, дальше. Эксплозион, эксплозер, ну что-то такое, да. Атмосфер, материалс, имейдж эффектс, лайтс, тон. Нет, это прям вот в первом нажимаешь, типа, настройки, и прям в первой же этой. У меня прям нет самое такого. Верхнее, левое. Верхнее, а, настройки по выбору, настройки light, настройки low. Давай я сделаю low. Не это, сейчас, подожди, ладно, я сейчас на... О, короче, о! Я сделал, Кисма, я сделал. Размыление плота только как-нибудь убрать, чтобы вот плот не размывало, погоди. А, да, я тоже это вижу, да ладно. Я как-то это убирал в прошлый раз, понимаешь? Типа, lightning, атмосфер, материалс вроде. Как-то я это убирал, если честно. Надо было, наверное, этим до заняться, до... Да, бревно, сходи за бревном, а то у меня обморожение уже. Все, понял, за бревном бегу. Оп, а пакеты не видишь нигде? Пакеты не вижу. Так, бревно забрал. Так, хорошо, плыву. Там у нас тут уже бревна есть, что ты крафтишь? Да вот думаю, что крафтить. Давай, думаю, что крафтить. Так, я сделала себе копишку. Да копишку пока рано, мне кажется, когда акула появится, тогда можем сделать копишку. Типа, одной копишки хватит. Тут один просто будет постоянно убивать акулу, и все, и акулы не будет. Я могу мешать этим заняться, потому что я знаю, как акулу убивать, если честно. Mm-hmm. Я типа профессионал в убийстве акул, понимаешь, Кисма? Я настоящий. Акулы это твои враги. Да, акула. Да, капец, у меня даже руку размыливает. Как этот параметр называется? Нужно понять, как это называется, размыление вот этого. Сейчас поищу. Поищи, узнай, потому что ну это немного бесит, если честно. Вот только эту штуку убрать, и так яркость прямо уже больше не слепит мне лицо. Так, опа. О, какой-то нет, это не ланчбокс, это просто бокс. Ну, кстати, это бокс с инструментами, кстати. Бокс с инструментами нужно забрать. Там обычно, знаешь, чем можно попасться? Молоток может там попасться или гаечный ключ. Чемодан с инструментами нужно всегда брать. Так, и нам надо бы сделать сушилку, чтобы лоскуты ткани еще делать обязательно. Так, я тут что-то сделала, но это не то. Размыливание не ушло. Так, хорошо. Сушилка как там крафтится? Сушилка крафтится просто из палки. А, ну так это вообще иди, у нас кстати, на это все есть. Сейчас я сделаю, пусть уже сушится, думаю, это фигня, потому что нам нужно. Это нам нужно, Кисма, понимаешь. Так, сушилочка. Готово, сушилочку ставлю сюда и закидываю сюда какую-то ткань. Правда, нам нужно будет еще, наверное, сделать этот сундук базовый, палетку. Да, палеточку надо бы. Угу. Так, для этого нужно сделать молоток, для этого нужно какие-то полоски ткани. Ага, вот мы и приехали-то. Поэтому не зря сушилку сделал, чтобы сейчас полоски ткани можно было получить, потому что так бы сейчас бы и не сделали бы. Может, дальше все эти нужные штуки. Кухонный стол, гриль, потом еще гриль нужно будет крафтить, жесть. Для гриля, в принципе, практически все есть, только металлических осколков нужно. Так, а что, ничего интересного не плывет? Ничего интересного не пропустили? Пакетов не вижу, если честно. Пакет, нам бы пакет. А, о, пакет, пакет и бревно, то, что нужно. Забираю пакет, забираю бревно. Так, ну я уже согрелась. Я бы тут этот, типа, скинула свои металлические осколки всякие. Ну так я вот сейчас сделаю нам по летку. Да, то что-то не хочется с ней гонять. Ты сухие бревна сюда перекладывай в одну кучу, чтобы они меньше места занимали. Так, сейчас у меня кусок ткани сделался, теперь нужно его распилить. А где его распиливать-то, кстати? Нашел, изготовить, все, сделал 4 лоскута, теперь можно сделать палетку. Сейчас я скрафчу нам палеточку, потому что нужно был молоток, понимаешь, молотка не было. Так, нужны доски, сейчас вот у меня вот доска одна высохла, тут пока сплавай за нужными материалами еще. Я плыву за новой доской. Отлично, так, все, сделал палки и крафчу палетку. А, сейчас сначала молоток, точно молоток, и теперь палетку. А, 2 доски нужно, 1 и 2, хорошо, все, палеточка у нас с тобой, Кисмочка, готова, смотри, все, мы сделали. Отлично, нам так, бы сразу еще же все пару пакетиков, слушай, знаешь. Сразу же все бутылки, весь пластик, сразу же перерабатывая в пластик, потому что из него, наверное, мы будем делать эти, ну, ты поняла. Опреснители. И плот еще тоже. А, у нас, кстати, хватает, погоди, у нас хватает на опреснитель. Да, я же пакет нашел, представляешь, я же пакет. Пакет. Да, пакет яровой, вот, так, хорошо, ставим. Каково.
Так, все, приснитель пусто, у меня есть банка, сейчас я ее быстренько сделаю в очищенную банку, наберу воды и все, отлично. Вода у нас опресняется, тем более пока солнце светит, потому что только на солнечном свету вроде бы оно опресняется, если не память не извиняет. Ну да, потому что это же знаешь, как работает опреснитель в реальной жизни. Это же в рафте все сделано у нас по правилам реальной жизни, кисмочка, если ты не знала. Слушай, не знаю, я только знаю, как фильтр делать, там уголь, ну просто смотри, я тебе объясню, там типа видишь, два пакета зачем нужно? Короче, вода внутри лежит, она типа соленая, поняла, она опресняется, оседает на одном пакете и потом стекает в другой пакет, поняла? И то есть соль остается в одном пакете, а вода остается в другом. Ну и так и работает опреснитель. Типа у нас уже получается, мы типа делаем, знаешь, микродождь внутри. Генитально. Да, я тебе о чем и говорю, вообще, это типа люди такого придумали, прикинь, типа люди, а? Я бы до такого не додумалась, я, наверное, умерла бы. Но если мы с тобой в реальной жизни на посты вот так вот останемся на плоту, то мы теперь будем знать, что делать. Кстати, я не положил еще одну штуку сушиться, это очень плохо, потому что у нас бы сейчас еще тряпки были. Так, что тут идет? Я вижу, плывут деньги бесполезные. Да, я тоже смотрю. Мне кажется, ты слишком долго в воде проводишь, поэтому ты отдыхаешь. Мне, например, я хоть и вымок до нитки, у меня температура комфортная, потому что я быстренько воду запрыгнул, забрал и сразу же вернулся обратно. И не приходится стоять на острове очень долго регреться. Зато я, смотри, типа два бревна вот принесла. Отлично, вот так, смотри, куча вот пластика. Шнур закинь, гвозди закинь, сундук, такие вот, пластик, отлично, пластик тоже закинь. Так, гвозди, металл закинь, самое тяжелое такое, знаешь, что мешает плавать. Так, хорошо, да. Веревки, да, вот. Да. А что ты чемодан с инструментами не открыл? Рано, пока рано, зачем тебе? Типа, так почему, а может там молоток будет хороший? Ну просто он там зафудит всякими вещами внутри, не? О, дощечку вижу, сейчас плаваю. Опа, смотри, скрафти, опа. Скрафти, давайте там ножик и этот, и молоток скрафтишь. Копишку? Да, вот держи ножик, вот держи молоток. Давай. Ой, ножик забрался обратно. Так, сейчас давай скину просто в палетку ножик. Все, ножик скинул в палетку. Так, где там бревно плыло? Ой, оно уже, нет, водоросли. Вон бревно уплывает, нужно за ним быстрее. Так, там еще одно бревно, два бревна вижу. Еще и пакет вижу, отлично. Так, одну копишку тогда делаю. Там одной хватит, только сделай такое, которое можно будет хвататься, возвращаться. Я поняла, да. Да, прокачанный. Ой, темнеет. О, кстати, да, с этими шейдерами ночью будет очень-очень темно. Да? Да, без света будет очень-очень темно. Может быть, этот, надо было ставить те шейдеры, где одно и то же. Где одно и то же всегда, да. Так, погоди, сухие бревна нужно, ты убирай сухие бревна. О, приплыла акула. Что, дашь мне копишку? Я с ней разберусь. На копишку тебе, держи. Ой, погоди, давай, в сундук закинь. Ща, я ее отпинаю. Она тебя жрет, shift нажми. Нормально. Я таких, как она, знаешь, что с ними делала. Ой, ломает плод. Да? Ты собака сутка. Дай мне, давай лучше я буду ее отгонять, а ты лучше за пакетами вон прыгай. Я на еще один опреснитель уже пакет на еще один. Ой, там еще второй пакет! Далеко, дай мне лучше копье, иди ты плыви. Я уже прохолодала у меня температура. Нет! Не всплывай! Все, в порядке, если я сейчас второй опреснитель нам сделаю. Опа. Давай, акула, давай, куда поплыла? Все, она с двое, кажется, поплыла. Я не уверен, но, по-моему, акула плывет к тебе. А тут что-то с этими шейдерами, что-то под водой вообще ничего не видно. Опа, бревнышко сюда. Все, я убил акулу. Нифига себе ты у меня, мой герой. Да, я говорю, я в прошлый раз, когда в рафт играл, я эти акул, знаешь, типа... Так что такое-то? Еще одна на очереди. Скоро у нас будет много еды с этими акулами, знаешь, типа... Какой ужас. Так, хорошо, я во второй опреснитель залил воды. У нас уже два опреснителя. Отлично. Так, ножик у тебя, да? Тогда пусть... Ах, хотя я могу сухую ткань-то теперь в палетку скидывать. Так, хорошо, правда... Ой, акула приплыла уже, ё-моё. Ломает наш плод. Сейчас я сломаю ей лицо. Куда уплыла акула? Она пытается от меня уплыть, прикинь. Может, она ко мне плывет? Не, она плывет к рыбе. Она съела рыбу. А, очень быстро от меня уплыла и к тебе уплыла. Ты где, кисма? Что с тобой? Капец, эти акулы, жесть просто. Да, шалевший, у тебя что, бревна есть? Просто нам уже даже некуда их складывать. Надо бы, знаешь, типа плот расширить чуть-чуть хотя бы на одну секцию. Тогда я подумаю. Наши маршруты. А есть у тебя нож, или ты его потратила на. У меня нет ножа почему-то. Да, может, ты его потратила на эту штуку. Надо не забывать, на то, что. Копишка. Да, она сейчас... не ломает эту собаку? Нет, не ломает. Так, придется. Погоди. Металлический... так может, ящик с инструментами откроем, вдруг им нож. Давай, попробуй. А у тебя есть эти банки металлические? Случайно не брала? Так, там игла, банки металлические. Просто смотри, мы можем не тратить металл, чтобы сделать заточенный металл. Можем металлический мусор сделать из банок. А, есть, отлично, давай сейчас сделаю. Сейчас я из банок сделаю металлический мусор. И из этого металлического мусора сделаю наконечник. Я не знаю, я когда играла, я всегда делала эти очень хорошие эти пристройки. Вот, не из мусора. Все, я ножик сделала. Ну, блин, а что, из мусора-то быстрее? Не, меньше дерева тратится. Ну, можем очень хорошие сделать. В целом, у тебя же есть молоток мой, да? Закинь его в этот. Закидываю молоток. Блин, бревна куда-то поставить, я бы попала. Я сейчас все сделаю. Хорошо. Я сейчас сделаю нам просто секцию еще одну. Раз, два, три, четыре. Гвозди взял. Делаю секцию. Так вот, Жанни. Сделал секцию, ставлю секцию вот сюда. Вот смотри. О, тут акула стоит. Ждет секцию.
ждет секцию. Я сейчас секцию закинул на лицо. Так, все закинуло бревна. Отлично. О, еще один ящик чемодан. Еще один чемодан с инструментами, зашибись. О, вот еще бревнышко. Из металла заостренный металл больше не делаем. Мы теперь металл будем делать из банок жестяных. Это дешевле. Просто металл лучше оставить на гриль. Бревнышко иди забери, да, иди забери бревнышко. Это факт. Так, а я пока сделаю нам пластик. Ты мой пластик. Сделал, ты мой кисмик. Я забрала два бревнышка, плыву. Ой, там пакет, там пакет, да, я вижу. Ну, пофиг на пакет уже, о чем проплыл. Прощай, пакет. Прощай, пакет. У нас есть два приснителя, этого уже хватит, чтобы выжить. Надо просто думать насчет еды уже что-то. Ну, не знаю, по-моему, а ты открыла ящик чемодан с инструментами? Да. И что выпало? Иголка, медные провода и спички. А мне выпало гаечный ключ, кстати. И еще болты выпали. Мне выпал гаечный ключ, запчасти, коробок спичек и нитки. Ну, коробок спичек — это хайп. Ну, да, но в целом можно и этот было сделать, как ее штуку-то, другую. Ну, я понял, да. Ну, так что, не будем на нее ресурсы тратить. Это тоже твердый факт. Так, хорошо, где акула? Она не хочет приплыть там, подраться? Я бы ее убил, чтобы она уже не мешала. Так, что там плывет? Пакет, ненужный пакет плывет. Так. Переделываю пластик. О, бревно плывет, я за бревном сплаваю. Бревно — это здесь самые основные ресурсы, его нужно всегда забирать. Там, да, еще один пакет проплыл, представляешь? Не брезгую бревнами. Да, еще один пакет проплыл, представляешь, типа нас оказывается. Мы с тобой часто пропускаем пакеты, скоро из-за этого погибнем. Это не порядок. А, кстати, почему мы не вешаем новую ткань? У тебя есть сырая ткань? У меня полно. Закинь. Ой-ой-ой. Акула. Пошла получай. Акула. Я ее выгнал. А ты забрала ткань? Закинула? Я забрала ткань. Да, и закинула ее. Нет, никуда я не закинула. А где акула? Как она ломает? А, нам закинула, плод? Да. Или она не ломает нам плод? Звук такой был, как будто бы ломает. Так, закинула ее, говоришь? Давай за пакетом слетай, а я пока разделаю нам на лоскут этот. Нитки. Бревно. И еще гвозди там. Так вот же они. Так вот же они, гвозди. Так, хорошо, вот давай они. Подумаем, что нам нужно. Нам с тобой нужен гриль, правильно? Да. Гриль делается из чего? Нам нужно 4 металла. У нас 4 металла есть? 4 металла есть. Есть. Отлично, так, хорошо. Гриль всему голова. Так, гриль нужно, гвозди есть, палки есть, бревна есть. Так мы можем сделать уже, прикинь. Но я бы сначала сделал бы еще одну секцию для этого гриля, если честно, потому что у нас просто нет секции. Так, хорошо, секцию можем сделать просто из пластика. Там меньше дерева придется тратить, и лоскуты ткани нужны. А лоскуты в ткани у нас тоже уже дофига из-за того, что мы, ну, постоянно сушим фигню. Так, что там плывет? Банки, дерево, с деревом, о, там два дерева пакет, на той стороне сможешь? Блин, у меня холодно. Давай лучше я сплаваю или что? Слоты. Да не, нормально. Там два дерева и пакет, пакет тоже на очереди, видишь? Там. Вижу. Так, а я пока нам сделаю еще одну секцию плота, наверное. Так, а, нужен пластик для этого, у тебя есть пластик? У меня есть 36 пластика. А что ты его не скидываешь в сундук, лучше что в сундуке? Так, там нет слотов в сундуке. Так, освободи. Нормально. Пластик закинь в сундук. Закинь. Я его взял. Я взял весь пластик. Теперь сейчас сделаю нам еще секцию. Может, даже еще две секции, а, кисма? Раз, два, три. Нифига, это же три секции. Мажоры? Мы что, мажоры? Смотри, раз, два. Ну так из говна и палок-то сколько угодно эти секции можно накрафтить. Оп, видала? Ошалеть. Ему наш плут прокачался, а? Ой, да? Я за бревном. Я за бревном. Надо было до этого бревна вытащить. Так, хорошо. Давай скрафтим гриль, потому что нам реально нужен гриль, понимаешь? Нам без гриля мы скоро помрем от голода. Да, хочу жрать. Хочу же. Ой, акула, погоди, сначала с акулой разберусь. Ты что тут делаешь, акула? Ты тут уже зарегенилась? О-о-о! Она прям в плот забаговала. Все, я отправил ее на дно океана. Так, хорошо, сейчас сделаю нам гриль, кисма. Сделаю нам гриль, металл сюда, дерево сюда. И нам нужно еще. Что нам еще нужно на гриль? Погоди, я посмотрю. На гриль еще нужно. А, палки. Значит, надо сначала палки сделать. Палки. Раз, два. Еще дерево. Раз, два. И гриль готов. Гриль готов. Куда его поставить? Сюда, на краешек? Давай. А, не могу его сюда поставить. Наверное, мешают здесь бревна. Рядом с ним просто не нужно, чтобы что-то было. Ему не нравится обычно эта тема. Он тебе такой привередливый мужик, понимаешь? Так, а может, бревна бы сгорели, он нас оберегает. Ну да, наверное, поэтому. Так, все сухие сюда. Так, гриль вот сюда вот на краешек. Отлично. Так, теперь нужно жарить акулу. Жарить акулу. Ну, а с акулей мясо же есть, правильно? Должно быть. Да, а есть. Там еще акули кишки какие-то должны быть. Жир. Акули жир. Они у меня, да. Они, их нельзя, по-моему, есть. Использовать для создания приманки можно. Угу. Можно сделать удочку и рыбачить. Давай сделаем удочку и будем рыбачить. У тебя есть перк на рыболова? У меня есть перк на пловца. Я плаваю. А, отлично. Так, давай удочку, значит, тебе сделать, да? Угу. Так, для этого нужно. А, ну тут у нас все есть на это, кстати. Ура, день! Так, давай, делаю палку. Делаю утку. Да, Влада. Так, сделал удочку. На, держи. Удочку, жарь.
А как бы где? А чем топить печку? Можно топить бревнами, спичками. Можно топить бумагой. Бумага делается из высохших пакетов. А, да? Вот, да. О, светлеет! О, светло, хорошо. И мне кажется, надо сделать еще опреснители. У меня есть 4 пакета. Да? А у тебя так пластика нет? А пластика нет? Я весь потратил. Really? Ну, о, ты... запчасть. Думаешь, как я думаешь, плот наш прокачал, типа, по-твоему? Я пластик туда влил. Ну ты вообще... Умница? Молодчинка. Справа плывет бревно от тебя. Ну я его, наверное, заберу сам. Забери сам. Так, у меня уже голод небольшой появился. Нужно пластик, короче. О, там как раз пакеты появились на горизонте. Ой, и эти, кетчуп плывет. Сейчас будет чем акулу заправить. Так, только смотри, я с копьем уплыл, а акула где-то у тебя была. О, еще одно бревно плывет рядом с плотом. Блин, оно меня отвлекло. Придется его забрать тоже. Оп, и затем... А вон там еще бревно, там еще бревно. А так я за ним плыву, и за пластиком. Видишь, еще два пластика. Правда, в нем интересно, слишком много вещей. Мне как будто кажется, что надо еще одну палетку скрафтить, чтобы, ну... Да, бы... мне тоже тяжеловато, знаешь, тяжеловато. Уже становится сложно с ними передвигаться, так пакеты. Да, это факт. Я до этого играла с перком рыболову, там вообще, типа, плавать. О, добудьте пластик из мусора кучи. Я, кажется, с батл пасса что-то завершил. О, там еще одно бревно. Капец, я сейчас 3 бревна с собой привезу, и кучу пластика. Круто. Да, потому что пакеты, когда сносишь, и пакеты могут упасть, и пластик, любой пластик может упасть. Так, у меня сильная жажда, голоден, но это еще типа только посередина мучений, так что у нас еще есть время. Так, ну, думаю... а я водички выпью. А обе или одну? Одну. И есть одна, только, потому что. Так, а вторая тоже скоро зарегениться должна. Вот это зарегенится. Так, у меня там на ферме ивент неблагоприятный случился. Я просто одновременно еще на ферме играю на кристалликсе. Чуваки, видите, насколько сильно люблю кристалликс. На кристалликсе сразу же и в рафт играю, и вот параллельно на ферме. Так, погоди, знаешь, что сейчас сделаем, Кисон? Смотри, я куплю себе рюкзак. Купи себе рюкзак. Ты рюкзак. Так, со лотликом. Смотри, оп, видала? Что сделал? Рюкзак. Ты не видела, как его что надеть? Сделал? Не, не видела. Что там? Посмотри. О, опреснизму? Опреснизму. А закинь еще кусок. Ты не забывай куски закидывать, сушиться. Потому что нам это очень нужно. Сушиться закинь. Ага. Все, смотри, какой рюкзак. Топовый. Видел? О, нифига, у него голова здоровая, прям как у тебя. Ты мои руки видел, базуки. Ну, руки-то у тебя вообще классные. Да, я знаю, зачем тебе такие шаловливые ручки нужны. Чего? Чего, кого, куда, кого? А сделаешь еще секции, а то что-то тут тесно. Ну да, я... Что такое, умираешь? Нет, я упала в воду. Я просто хочу плавать, но для этого меня надо мусор скинуть куда-то. Так вон там сколько все плывет. Иди плыви, сейчас сделаю секции сделаю. Секс сделаю, Кисман. Секс. Так, я гвозди решил достать, чтобы делать секс, потому что все знают... О, акула. Надо бы ее убить, чтобы с ней убить мясо. О, убил! Да, хорош поэт. Хорош, акула. Сюда мясо. Сюда мясо. А блин, оно не стакается еще, погадное мясо. Надо его быстрее пожарить. О, у нас бревна высохли. Пожарь. У тебя же есть спички? Так, не, погоди, я сначала хочу секции сделать новые. Ой, нам для этого нужен пластик. Пластик у меня, конечно же, есть. Ну, не хватит его нам, потому что у тебя еще, наверное, пластик есть, ты им не делишься. Это правда. Так, ладно, можно сделать тогда более крутые секции. Секции крутые из просто дерева. Давай сделаем парочку таких. Вот две сделаю секции из просто... Два секции из дерева сделаю. Раз, два. Блин, столько соусов уплывает, но я так медленно плаваю. Так, хорошо. Сделал еще... О, вода одна сделалась. Стала водой, представляешь? Даже две. Я две выпью, Кисма. Пей. Так, оп. Ну, что-то даже, знаешь, ничего не изменилось, как будто бы так, и не пил даже. Но я, знаешь, что могу сделать? Я могу сделать еще два опреснителя. Еще опреснители? Может, лучше сундучок? Ну, Кисма, не все сразу. О, питьевой воды куча, напейся уже. Так ты напейся, или что? У тебя что, сухость во рту? А у меня, да, сушняк чисто. Ну, попей. Тоже одну. Пусть один из них, из нас хотя бы напьется. Хорошо, давай я напьюсь. Легкая жажда у меня стала. Ну, отлично. Следующая ну, я пью. Плохо, да. Следующая ты пьешь тогда. Хорошо. Короче, я пока у нас этот куча. Ой, пока у меня куча мусора в инвентаре, я просто порыбачу. Давай. Ну просто тогда никто из нас не будет плавать за новыми ресурсами. Ну, я могу в тебя скинуть, если ты на плоту стоишь. Я могу палетку скрафтить. Надо только сначала еще секцию одну скрафтить, погоди. А у тебя есть пластмасса какая-то? Да, есть. Давай всю пластмассу. И на. Все, а я еще больше ничего нет? Ой, ну да, ну это плохо, конечно. Акула ломает, да, нас? Она с тобой была, акула. Да, а не, обратно приплыла. Куплю. А, это новая акула, кстати. Новая акула, новое мясо. Так. Да ты чё, я же искал акулок, те плывёт. Да просто из этих шейдеров не видно вообще, что под водой происходит. Да, я согласен. А шейдеры... две, что ли? А, нет, это обман. Да, одна акула, так хорошо. Да это просто, да, это у тебя галлюцинации. Она грызёт. Грызёт? Не видно было. Без звуков как грызла. А у меня со звуком грызла. Странно, видимо, я далеко стоял, не знаю, почему у меня не было звукового оповещения. Так, ладно, класс, хорошо, и... нам нужно сделать с тобой еще пару... О, да грызёт собака, сколько тебя еще раз ударить нужно? Уф, у меня уже обморожение. А у меня файт с акулой. Ну я её сейчас нормально так покоцал, блин, жаль, не здесь
него хп. Так, хорошо, нам нужны еще секции, правильно? Угу. Так, давай сделаю. Нам нужно еще палетка. Больше секций. Как у меня много тряпок просто. У меня полный инвентарь тряпок. Вот еще одна приплыла. Так, как мы можем сделать палетку и на палетку ее поставить сверху. Так. О, не палетку, а эти сушилки можно ставить друг на друга. Да, хочешь сделаю? А, давай. Можно побольше. Но их типа слишком много нельзя будет поставить друг на друга, насколько я знаю. Так, давай сейчас сделаю. Давай сейчас сделаю. Палка сделать. Сушилка сделать. Угу, так. У нас просто доски заканчиваются, Кисма, новые не приходят. О, вижу одну новую. Ну, блин, я просто за ними плыву и потом по полгода возвращаюсь, потому что у меня прям скорость, типа, плохая. А, очень. Тут скинь мне в инвентарь всякие дерьмо, я же на острове сижу, мы с тобой договорились. А, так я тебе об этом и говорила, ты не ответил. Я решил. И поставь сушиться, потом дерьмо. Вон, смотри, я сделал. Да, когда приплыву, сделаю. Ты можешь просто на плот все выкинуть, я потом поднимусь и заберу. Понял. Так, и. А, но у меня еще обморожение, поэтому я пока на острове. Ну, понял. Пока будет на острове, я пока сделаю нам палеточку. Я хочу напиться. Давай, напейся. Снова я напиваюсь. Снова говорю пока. Так, хорошо. Сделал еще одну палетку, ура! Представляешь, Кисма, еще одна палетка. Легкая жажда. Сделал еще одну палетку, говорю. Повешай штуки, хорош. Все, у меня жажда в порядке. Вот это я напилась хорошенько. Красава. Жажда, у меня легкая жажда, кстати. Ты нормально напилась, да, я так понимаю? Я вообще отлично напилась. Хорошо, давай, так. За досками, досок нет больше, все. Так, на доску и так, в палетку скидываю всякий мусор. На. Ну, давай, плыви за другим мусором. Ну, вот эти водоросли пока, а хотя они нам для крыши нужны будут. Че, я поплыву? А у тебя были куски ткани сухой? А, да. А ты че, их зачем ты с собой таскаешь? Ты же их сыришь, когда в воду прыгаешь, ты в курсе? Так, а мне никуда мне их деть, типа. Так, типа, ну, в палетку? Я могу... Так не было слотов. А мне холодно, я все еще очень медленно. Ты не собирай эту сырую ткань, потому что у нас ее слишком много. Просто выкидывай ее, когда рядом. О, пакет. Ой, у меня все, у меня обморожение сразу, я только выплыла. Ну, тогда давай обратно. Ты вон из этого медленно плывешь, мне кажется. Так, хорошо, нам нужно что-то крафтить, нужно что-то делать. Металлическая электроника у нас вроде бы этот сундук можно закинуть. Капец, у нас остров опреснителей. А ну у нас одинаковые вещи в разных палетках лежат, конечно. Да, надо нужно рассортировать их. Ну, типа да, нужно в один стак же их скидывать. Так, а что ты не поставил сушиться все штуки? Так, это высохло, это сразу же разделываю. А дашь мне удочку обратно, я... А зачем ты мне? Ты когда скидываешь все, ты какие-то базовые вещи оставляешь, они все равно почти ничего не весят. Но у меня только стаканчик с водой остался. У меня еще какая-то игла. Зачем тебе игла? Чтобы на игле? Шить. Так, хорошо, фильм такой есть просто. Ой, там доски заспавнили. Сильно промок, полон сил, сухость во рту, голоде. Ну нормально, пока хилимся, живем. Так, дерево. Не стоит, кстати, на дерево, потому что на дерево тебе нельзя. А, мне можно добавлять, добавил. Так, и новую выставить ткань, сушиться, естественно. Здесь что, сушится? Нормально. Кстати, слышишь, с таким количеством этих штук мы нормально тут высушиваем, если честно. Опа, сюда рыба. Так, рыба-клоун. Хорошо. Я банки. Поймала Нему. Блин, ты открывай, ты пачки с болтами не открывай, Кисма. Я не открываю пачки с болтами. Откуда у тебя болты? Я не знаю. Да, я не открывала пачки с болтами. Не открывать на пачки с болтами, все понятно. Можешь на видео посмотреть, у меня все на записано. Видео посмотреть, у меня все записано. А куда поплыла? Ты же рыбачишь. Бревном. Я бревно увидел. Ну ладно, бревно, это важная штука. Это факт. А что за новогодние скидки тут все еще? Новогодние скидки? Ну да, это знаете, типа, чуваки, успевайте, новогодние скидки, скидки новогодние, о, понимаете? Прикольно, так я могу плавать и рыбачить одновременно, лол. Акула тоже так думает, поплыла к твоей рыбе, но я ее прогнал. Это моя рыба, это ее приманка. Блин, еще плавник. Одна акула, у нас две акулы. О, теперь. Там какой-то кейс плывет. Какой кейс, покажи, черный? С баблишком, скорее всего. Ну там, да, либо бумага, бабки, вот такая вот фигня будет. Так, бумага, топ, это топливо. Ну можешь забрать, что, почему? Ой, у меня уже истощение, надо акулку пожарить, мужик. Ну так пожарь. Ты в этом лучше разбираешь. У нас же спички есть, правильно? У нас два пака спичек есть и куча акульного мяса. Так, в кейсе было, о, куча бумаги. А ты зря его открыла в воде, она же станет сырой. Быстрее кидай ее в палетку. Она нормальная? Так, а вот ты вымокла, да нет, она сейчас высохнет. Акула. Я говорю, сухие вещи не держи в инвентаре, потому что, ну, ты ее хасыришь, и нужно будет сушить по новой. Я убью ее, не переживай, я с ней разберусь, у меня же копье. Так, я за гвоздями полетела. Понял, так, хорошо, у нас снова ночь. О, кстати, вся вода питьевая стала. Ну-ка, я попью, а то у меня сухость во рту, капец. Попей. А у тебя там жаждой. У меня легкая жажда. Так, хорошо. Ой, там кусочек металла, блин, он тоже нужен. Давай, сгоняй за ним. Так, Кисма, у нас две еще воды есть, попей, потому что я в порядке. Окей. Так, давай, как жрет наш плод. Сожри эту акулу. Ну, я бы сожрал бы, но, типа, знаешь, типа, ну... Не все так однозначно, так акула еще одна. Никто не готовит акул, да? О, убил. Хорош. Убийца акул. Новое задание, изучить сектор, у нас какое-то новое задание появилось. Кстати, я могу зайти в акулу. Так, ну что, на бумаге пока жарю, да? Да, ну там спички есть, мне спички, потратить нафиг они нам вообще нужны, типа. Так, спички это чтобы зажечь, а жарить-то на чем-то надо. А, понял. На бумаге буду. Так, рецепты. Интересно, около костра
костра я быстрее теплюсь или нет? Не знаю, но было бы прикольно, если было бы да. Вообще, мне кажется, так. На печку можно было бы складывать одежду, ну, по логике вещей, и... Ой, блин, я дурак. А, по идее, на печку в реальной жизни можно было бы положить вещи и, типа, высушить, типа, знаешь, рядом с ней. Угу. Так... Так, так, я нам тут еду готовлю. А я еду сушу, вернее, вещи сушу. Еду сушу. Я гниль нашел какую-то, прежде рыбий потроха. Да, это все. Я закинул, короче, ну гниль можно выкидывать в воду, я так понимаю, да, просто не париться. Угу. Пригодность испортилась. Можно использовать создание приманки. А, ну, кстати, ну, да пофиг на эту приманку, если честно. Так, хочешь этот, немножко поделюсь с тобой едой? Давай, а то у меня смотри, истощение. Немножко мяса акулы и запеченной рыбы. Нифига себе. А тебе нужны эти рыбий потроха? Нет. А я не знаю, как из них приманки делать. Голоден, запеченная рыба. Оп. Проголодался. Отлично. А как, ой, как блин. Приманку делать, интересно? Акула. Акула. Вторая, видимо, за свою сестру решила отомстить. Приманку, mm-hmm. наверное, нужно более крутой верстак скрафтить просто. Так, это сюда. Банку сюда. Спички ты использовала, да, одни? А, не, они многоразовые. А, они многоразовые? Да, держи все, я поплыла. Давай, да ты не забывай банки-то переделывать пластмассовый пластик. Не было ты же времени. Понимаешь, что ты можешь половину моей работы, которую я делаю, вот эту вот, ну, типа, сократить, сделав ее сама. Это очень удобно, кстати. Ну, мне я очень попробую. Удобно. Попробую в следующий раз. Не забывай, так сказать, бревна. Я бы тоже сгонял бы, притащил. А до чего пила воды-то? У нас питьевая вода готова. А, да? Так две штуки, я же тебе говорил. Сколько у тебя? Так, ну, у меня-то в порядке, у тебя, наверное, легкая так, жажда. Пью. Ну, чтобы она просто не пропадала, понимаешь? Она же в любом случае пропадет. Ага. А, ну у меня тоже в порядке в целом, но я все равно попила. На всякий случай. На всякий случай, ладно, пойдет. Ой, фу, говна взяла. Гнильного. Да, фу, говна взяла. Кисма, как так? Кисма, зачем теперь говна взяла? Теперь говнисма. Теперь ты говнисма, да, все правильно. Я не хочу быть говнисмой. Поставьте кисма, лайк, конечно, чтобы я не была говнисмой. Никто не хочет быть говнисмой, но кому-то же надо быть говнисмой. Бур-мяу, мяу. Сегодня говнисмой будешь ты. Нет. Не хочешь? Это в следующей серии ты. Да как, с хера ли? Потому что ты говнисма. Чего? Тогда не буду делать еще одну палетку. Делай. Блин, скрафтить бы уже новый верстак и делать супер крутые палетки, на которые в три раза больше. Знаешь про палетки, которые в три так раза в больше? Целом, в целом можем же скрафтить второй верстак. Да у нас дерева нифига нет. Я несу кучу дерева, я две кладки раздолбила. Тут всегда. Еще одни две кладки вон на фоне. Там, ну, сейчас я стороны. Тебе отдам и при Да, я могу дать тебе просто все скинуть тебе, потому что ты сухилась. А могу. Сам сгоняет за этими. Ну, я вижу, там бревно наплывет, его не заметил, я его заберу. Ой. А я стою тут же у тебя тогда. Так, а давайте я скину все это дерьмо. Ну, то, что мне накидало до этого. Ой, у меня тут вообще куча бревен. Ну, пусть сушится пока, сушится что. О, я тоже, смотри, закину. Так, давай, смотри, держи вот это вот все. Тут. Ой, ну стакан зря я тебе скинул. Все, теперь у меня два стакана. А дай мне стакан обратно, пока что я здесь. Нет. Так, все, я оплыл за теми двумя бревнами. А, ну возьми мне копье, самое главное, от акулы-то отбиваться. Ага, давай. Если акула бревна, постарайся ее убить. Ты знаешь, что нужно ударять, типа, в тайминге здесь, типа, 1:19. Я знаю. А еще ударять нужно, когда именно чуть вниз спускаешься. Да, разберусь. Не, я просто объясню, знаешь, зачем это делать? В Майнкрафте есть такая тема с критами. В Майнкрафте ты критуешь всегда, когда во время прыжка опускаешься вниз. Не знала про это? Ну, какие-то сложные приколы, я в целом. Ну, короче, смотри, когда ты прыгаешь в Майнкрафте, да? Да не, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну все, ладно, отлично. Так, больше бревен не вижу. Плыву, забрал 7 бревен. Представляешь, 7 бревен нашел, кисло. Ах ты, собака! За тебя еще одно бревно плывет, я его заберу. Ты пока сушись. Уф, уф. Так, все, сейчас смотри, что будет. Смотришь? Смотрю. Достойно. Это у нас этот. Не, а ты что, смотри, вот еще одна палетка есть. Ты видела? Я знаю, да, видела. Ты можешь туда всякую вымокшую ткань скидывать, чтобы она, ну... Так лучше вымокшую хранить в инвентаре, а сухую скидывать, стакать уже. О, наверное. Так, закидывай новую вымокшую туда. А я закину сам. А нож у меня есть? Нож у меня есть? Сейчас я всю сухую. Ты сухую сразу же сделай себе тоже нож, чтобы у тебя был запасной нож. И... Ну, давай я тебе сделаю нож в целом, почему нет? Давай. Ой, кисмочка, я тебе лососика выловила. Класс. Смотри, короче, знаешь, как делать? Ты, смотри, сейчас ножичек. О, нифига. Сверху доска одна высохла, представляешь? Здесь. Так, смотри, сейчас тебе объясню. Только сначала нож тебе скрафчу. Для этого нужно... Ага, банки нужны. Банки нашел. Банки мы переделываем. Банки? Это ты посмотри на мои руки. Вот банки. Ну ты у меня смышленый кот. Смешные шутки это говоришь. Это я, да. Я же не говнисма. Я ленисма. Я же не говнисма. Я не говнисма, я ленисма. Подошел сюда, ну-ка, за говнисму это. Пояснил. На, возьми нож. Ты можешь держать его где-нибудь, знаешь, в инвентаре, где-нибудь там далеко. Я вот молоток и нож держу где-то вообще в жопе инвентаря, чтобы они там просто лежали, не на активных слотах, поняла? Я не хочу нож в жопе держать.
Помогите. Ужас. Помогите, с кем я снимаю этот видос. Алло, нафиг. Я что-то не устраиваю. Так, кстати, когда ты вымокла до нитки или нет? Я вымокла до нитки, да. До нитки? Так, ну ты что, температура у тебя уже какая? Дай мне копье. И весь мусор, и иди плыви собирай. Ну все, давай, скидывай мне все, и иди плыви. И копье, дай мне копье. Держи копье, держи все. Держи. Так, смотри, я объясню, как лоскуты делать эту фигню. Смотри, когда ты берешь ткань сухую, сразу же открываешь инвентарь. Там видишь, кнопка рецепта есть. Да. Нажимаешь на нее, и там будет вторая вкладка переработки. О, акула ломает плод. Ах ты сраная акулка. Да, я ей вдарил. По щам ей, по щам. Нам бы день, знаешь, чтобы это... Да, вот с теми шейдерами на самом деле удобнее было играть как-то. Ну там с тобой было непонятно, где день, где ночь. Да там ты привыкаешь просто и нормально. Ой, а по акуле нормально, так она с тобой красиво плыла. Даже не надо думать о таких мелочах, как день и ночь. Вторая акула приплыла, жесть. Ошалеть. Они меня грызут, жесть, где я? Я уплотал вообще? Они к тебе поплыли, к тебе две акулы поплыли. Надо. Капец, у него уже 12 хп, они меня сейчас сожрут. Ага, акула, пошла вон. О, убил. Фух. Хорош, Пэт, хорош. Завалил акулу. Одну акулу убил, теперь у нас только одна осталась. О, она доски вот тем временем вот высохли, она. Кстати. Подо мной, ах ты. Ах ты, акула, да? Бан. Табака. Бан акули. Бан, Бен. Бен акули? Ну, Бен и есть акула. Так, я закинул бревен, просто ложи сырые туда. Ой, ломай. Слушай, может побольше сделаем нашу эту маршруточку? А то у нас бревен дофига. Так, ну сейчас сделаем, просто не сохли все это время, понимаешь? Понял, приняв. Так, хорошо, нам нужно улучшить, расширить нашу. Тогда надо много пластика, понимаешь, для этого. Так, я принесла немного пластика, вот сейчас переделаю. Давай. У меня 18 пластика, смотри. Скинь в сундук в этот. Ну, может, а я вот в тебя кинула. Ты сундук. Что, сундук, по-твоему? Ты сундук. Ой, я дурак. Ну ладно, нормально. Не дурак, ты сундук. Ты сундук. Высокоинтеллектуальные разговоры. Так, хорошо, смотрите. Раз, два, три. Опа, сюда. Только вот там ломаешь, только построил эту секцию, она ее уже ломает. Получи. На вот на свеженькой, на свеженькой. На свеженькой. Увидела просто новую секцию, такая, думаю, надо вообще сломать. Сюда, сюда. Так, кусок ткани, сразу же рецепты, сразу же переработка и... Все, а вот ты меня... Кисма, ничего. А зачем ты мне нож свой выкинула, скажи, пожалуйста? А я все выкинула. Так, не, ну не... Нож ничего не весит, если что. Я тебе говорю, базовые вещи, типа удочки, ножа не выкидывай. Типа, блин, это игра надо мной издевается, я только уплываю от одной стороны, она там же спавнит бревно, типа. Это жизнь. Да, обморожение, все, я обратно. Обморожение ее получила. Сейчас нам еще еды приготовлю, чтобы там акулы не испортились наши. Понял, то акулы могут... А мне, кстати, акуле мясо столкнулось даже, представляешь? А потому что это, типа, ты одновременно, значит, его выпил. Да, давай. Видишь, так я вот, смотри, плотик нам расширил еще, кстати. Отлично, Пэт. Да, ты мой расширитель. Я твой расширитель. Расширитель. Расширяю твой плод. Не надо. Так, хорошо, нам бы уже пускай хоть получше верстачок, если честно. Ну, чтобы по кайфу было. А, ну для этого нужен металл, для этого нужны гвозди, у нас ни того, ни другого нет. Металл. А есть металл, то есть металл. Металлическая обработка. Так, результат болты. Металл плывет. А, ну можно с какими-то запчастей металл получать, слышишь? Ага, дай мне акулу. Акула? Да, они в сундуке лежат все. Ага, понял. Бревно плывет. Не-не, ты на плоте пока стоишь. Так, а у тебя, ты говоришь, гвоздей нет, есть гвозди. Сколько, 4 штуки? Нет, там пак гвоздей. А, видимо, там, не, болты это не гвозди, если что. А, пачка болтов, да, ладно, я думал, это гвозди. А, пнуть надо акулу, а, да. Я уже сделал. Так, хорошо, надо думать, что же нам думать. Кусок ткани. Сразу же их перерабатываем в инвентаре. Блин, капец, бревна просто улетают, когда их жаришь. Да, на, возьми этот нож себе свой. Не выкидывай его больше. Понял. Что, зря тебе его крафтил? Так, хорошо, у нас, в принципе, все нормально. Значит, на самом деле, у нас все не так уж и плохо. Мы с тобой хорошо выживаем, я тебе так скажу. Конечно, у нас все отлично. Все отлично. Ну, о, кстати, а знаешь, что я сделаю? Я пока попью водички. Паттер. Легкая жажда. Тоже пьешь водички? Нет, не успела. Что такое? Ну ладно, на будущее. Да, так, на будущее, все, я в порядке уже по воде. Давай ты тебе пей. А, на, держи тебе акулку. А ты попей водички. А я поем запеченный лосось. Попей водички. Или о, ну я что-то похавал акулку и даже не... На, ничего не изменилось. Лосось, держи. Давай, ты помнишь всю ту ткань, которую ты мне принесла, да, я выкинула. Я уже почти все пересушил и перекрафтил. Ничего себе. О, голоден, проголодался теперь стало. Я съел акулы и лосося, и все, и не наелся, какой же я обжора. Да вообще. В реальной жизни я бы уже такой, типа, ну хотя там может быть некий кусочек был.
Хотя бы целую акулу. Микроакулка. Микроакулка, да. Мы такую акулу захерачили, типа, знаешь, не наелись, типа. Странно, странно, конечно. Потому что с опреснителями переборщили, походу. Да не, ну зато, типа, этого нам двоих хватает. Нам до конца игры зато. О, 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 о. Чемодан с инструментами? Хорошо. Вам бы пачку гвоздей бы найти. В инвентаре сухие. Надо было их выкинуть в палетку. Они стакаются, когда они сухие. Ну, я, подожди, я слегка сыра. Я не мокра. Слегка сыра, не мокра. Я слегка сыра, не мокра. Слегка сыра. Так. О, нож крутой теперь у меня есть. Забери свой мусор. Ладно. Разницы, вот правда, вот никакой, ну ладно. Вот так вот делаешь. А, ну погоди, да я знаю, что я могу тебе сделать. У меня есть крутая идея. У меня теперь еще спички есть, представляешь, кот? Жесть, что, реально? Ошалеть. Так, делаем. Кисочка, сейчас у меня для тебя будет подарок. Подарок для меня? Дорогая, в сегодняшний день я хочу сделать тебе отличный подарок в рафте. Держи. Даже не свое старое, да, а новенькое, чистое, крутое. Ничего себе. Сразу видно, вот мужчина умеет ухаживать. Да, да. Я умею делать подарки для своей кисоньки. Я пойду тебе бревно за это принесу. Хо-хо, моя добытчица. Да, это я, да, ты видишь мои руки? Ты. Твои руки-базуки, я говорю, я чисто стою на плоту, крафчу что-то, а ты там ездишь и ходишь, добываешь. Чисто такими Лина добытчица. Такими руками грех не плавать. Так, с такими руками грех кому-нибудь не захерачить, его, знаешь, по лицу не надавать, да? А ты попила воды вообще, у тебя все в порядке? У меня все в порядке. А, у меня легкая жажда, поэтому я попью. Тут. Еще у меня есть теория, что если ломать вот эти штуки, которые вот, типа, пластиковые пакеты, всякие пластиковые штуки, то будут новые спавниться, и будут там металл спавниться. Да, конечно, конечно. Я права, да? Ну, типа, чем больше ты их ломаешь, тем больше их спавнится, типа. Ну, и водоросли тоже, да? Ну, водоросли не стоят. Да. Я, когда я играл в прошлый раз, я просто дождался, когда их наспавнилось до хера, а потом уже их все ломал. Там бревно плывет, но с другой стороны. Ну, ничего, пусть плывет. Не, я за ним, я доберусь до него. Давай, я пока высушу пакеты. Я еще по дороге бревна оставлю. Давай, скинь бревна сюда. Так, а где там акулка? Я разберусь с ней. Ты не забудь про акулу, я с ними тут разбираюсь. Это твоя задача, да? Да, это моя блин, вымок до нитки, правда, теперь. Мой приоритет, ты понимаешь? Моя макрисма. Жесть, у нас столько этих лоскутов ткани, теперь полосок ткани, у нас теперь с ними проблем, видимо, до конца жизни не будет. Ой, там опять бревно вот с другой стороны, не там, где я. Все, сосать акула. Да, ее туда. Так, погоди, батл пас. Добыть. А, у меня меняются изучить сектор, посетить остров за одну игру, добыть древесину из мусора за одну игру, добыть уголь за одну игру. Да, я обновлю эти задания. Столько, кстати, посетить остров? Добыть водоросли из мусора за одну игру, добыть уголь за одну, создать секцию из мусора. О, секцию из мусора сделала. Собрать сушилку за одну игру. 8 сушилок сделать. Ну, кстати, можно будет потом сделать 8 сушилок. Сушилка вещь нужная. Так, я сейчас туда мокрые ткани накидаю. Давай. Так, сейчас еще, знаешь, что сделаю? Еще пластик переработаю. Тут 21 пластика. Держи, кисмочка, это тебе. О, я сейчас буду секции из мусора зачитывать. Бревна! Бревна! О, акула заспавнилась, прикинь. Да, я готовлю, копьишка наготове у меня. Так, секции из мусора. Раз, два. Сделал две секции. Мне там по квесту в батл пассе нужно сделать несколько. Штук 7, что ли, или сколько? Ну, мы сделаем за сегодня, я думаю, столько. О, акула жрет наш пот уже сразу же. У нас не началось ПВП дикое. Лютая? Под тобой. Хорошо, я готова к ней. Че, уплыла обратно? Да, жрет плод. Плод вкуснее, чем я. Она просто мои руки-базуки увидела. Я бы думала, ну нахер. Да, подумала, что она не вывезет. Правильно, я бы тоже испугался, если честно. Да, я бы тоже. Такой бы не подошел даже. Страшно, то избили бы. Да ладно, кот, ну это же правда. Бур-мяв-мяв. Ты свои руки-базуки видела, кто тебе очень подойдет? Бур-мяв-мяв. Страшно. Ты смотри, я сейчас доплыву до тебя и. Не надо, кот. Как ты не прав? Я не прав, я согласен. Вот так вот. Ты пакет с гвоздями, если увидишь, бери, потому что гвозди жесть как нужны. Так вот же их нет. Потому что мы без гвоздей сейчас сидим, вообще, типа, ну, лютая фигня без гвоздей сидит. Да, мне холодно, так что я в Грецию сейчас поплыву. Обморожение. Акула, блин, уплыла, я ее почти убил, мне кажется. Так, я принесла кучу бревнышек. Ну, посуши их. Так, ты видела, наш плод вообще вырос? Так, отлично, как будто бы уже на человеческий похож. Ну, да, как будто бы уже, знаешь, хату себе в Дубае чисто дубахали. Ну, до этого еще далековато. Ну, ладно, согласен, до дубаевского уровня еще далеко, но мы уже близко. Далеко, но мы уже близко, я тебя понял. Так, да, хорошо, у нас водоросли вообще имеются где-то в сундуке? Это были... О, у меня, на тебе 6 штучек. Ну, 6 штучек, это не то, что нужно. О, бревно плывет. А, водичка есть, а ну я попью ватер. Попей, ведь тебе, наверное, нужна вода, да? Бревно! Капец, кисма, у нас уже мох на корабле из тебя растет. Чего? Почему из-за меня? Ну, из твоих рук базук. Мох тоже боится, да, типа? Да, мох тоже боится, решил это. О, новое здание добавить. Добыть водоросли из мусора сделал. Так, сейчас я, знаешь что, я нам акулки пожарю немножко. Пожарь акулки, а то что-то голодна уже. Да, вот, типа, ну такие руки надо же как-то обеспечивать, знаешь. Ну да, такие руки, я думаю, их прокормить сложно. Как говорится, такие руки хрен прокормишь. Да, ты давай только этот, поаккуратнее с выражениями. То эти руки могут вмазать. Вмазать? Не надо мне вмазывать рука. Ладно. А то по рукам могут тоже вмазать. Бур-мяу-мяу.
Опа, руки такого не ждали, да? Что у меня подвижечка есть. Поела акулятины. А ты все акулу пережарила? Еще два кусочка. Нет, ну почему это бревно дальше горит? Легкий голод у меня, все. Отлично. Знаешь, я подумал, что рано или поздно начнется дождь. Ага. Нам нужно сделать верстак, что... А, не, можно, я думаю, сделать крышу. Начать делать крышу. Чтобы нам дождь этот не мешал, да? Ну да, потому что... Поганый. Хотя бы пару строя стопочек крыши сделать, чтобы, ну, могли, ну, бревна сушить. Или одежду. Ну, ты поняла, да? Поняла. Хотя бы под сушилками, да? Типа я под опреснителями. Так, вот. Ага, так. Пластик есть у нас, Кисма? А, у меня три штуки только. Держи. Капец, как мало пластика. Нам нужно больше пластика. Кот. Мой котик хочет пластик. Да, пластик, пластик. Пластмиссу он мне дай. Я вот сделала тканисму. Ой, там бензин. И чё? Ну, лучше заранее его взять, потому что фиг знает, когда он в следующий раз попадет. У нас-то его сейчас нет, тем более там может быть большая канистра бензина. Ой, там еще и бревно дальше, пакет. Ну, пакет и бревно я уже не успею. А я вот с другой стороны смотрю, ничего полезного. Чемодан проплыл опять с бумагой, но пофиг на него. Так. Ну, все в порядке пока у нас с тобой, Кисма, все в порядке. Так. Я знаю. Мы с тобой, потому что мега-выживатель. Что в этой канистре за бензин? 60 дней с топлива. Ну, слышь, нормально, кстати. А зачем нам говно в палетке? Видимо, застухло. Заговнилось, получается. Ага, Кулка, привет. Ага, привет, Кулка, здорово. Кулка. Держи копьем в лицо. Смотри, Кисма, я уже начал крышу делать. Хорош, Пэт, этот гордый кусок. Этот гордый кусок, да, он типа, смотри, как стоит. Он стоит и символизирует то, что скоро у нас будет крыша. Кайф. Главное, чтобы стоял. Так, хорошо. Главное, чтобы стоял. Кусок. Ну, кусок, да. А ты о чем подумала? О куске. Так, я закину акулье мясо в палет. А, у нас нет места. Я тут еще водоросли добываю, раз ты крышу начал делать. Да, нам нужно, но я только хотел сказать, что нам нужны эти штуки. Нори. Будем делать суши. Да, суши нори. Из акул. Я тоже добываю водоросли. Правда, плывать от базы опасно, то вдруг там это акулы. Но акула под базой не вижу. Ага, акула рядом с базой. Плывет в твою сторону. Акула в твою сторону поплыла. Я поняла, я ее контрапуплю. А нет, акула жрет. А где она? Был звук удара, а вот она. Так, у нас не файт жесткий начался. Вот, я вижу куски, знаешь чего? Она опять теплует, она теплует. Если отходит. На. Бей ее. На. Не на ту напала. Все, она за рыбу была. Так, смотри, короче, еще один кусок засушился. Сейчас мы его, где там доски ставишь? Здесь. Угу. Так, держи водорослей. А семена какие-то нужны нам вообще? Акула жрет семена. Семена, ну, потом, наверное, понадобится. Наверное, лучше их складировать куда-нибудь. Ты можешь водоросли сразу же переделывать сама в эту штуку и ставить на плот. Это типа не сложно. Ага, просто ставить, да? Да, просто ставишь блок. Не, типа блок делаешь и ставишь. Я поняла, да. Ну, в инвентаре рецепты нажимаешь, там делается. Ну, примерно так я и представляла, да. Так, хорошо. Лоскуточки, тканечки. Закидываю ее. Закидываю пакеты. Так, я тут металл разламываю. Металл. О, пачка гвоздей, реально? Да. Вовремя, нам как раз нужны гвозди. Ну, потому что моя кисма хотела гвозди. Я вот добыла свои кисме гвозди. А хлеб и сыр? А хлеба и сыра нет. Только гвоздь? Так вот же они. А интересно, если я вот под воду спуститься и эту нори штуку сорвать, что выпадет? Ничего не падает. Нет, там падает нори, я пробовала. Да, реально, мне что-то парочку срубил, не выпало. Они просто наверх выплывают. Думаешь? Да, я пробовала. А, да, реально наверх выплыли. Прикол, то есть так можно тоже водоросли рубить, его просто под воду кидаешься и... Да, это... да. Прикол, этого я не знал, если честно. Так, хорошо, водоросли сюда, доски сюда, хорошо. Угу. Мы, кстати, потом сможем использовать крышу, как еще один этаж с... И там, эти, все опреснители туда вынести, прикинь? Прикольно. И они уже не будут нам мешаться, это лайфхак от демастера. Это отлично. Отличный лайфхак от демастера, да? А то мы тут ходим чисто на этих пиках. Ну да, но потом не будем, потом у нас будет посвободнее здесь. Но это уже будет, я думаю, ближе к следующей серии. Так, это сюда. Смотри, Кисма, что я сделал! Победа! Так, а кисмочка, у тебя пластмасса появилась новая? Так, держи пластмасску, 12 штучек целых. Давай, о, это как раз и вовремя. И вот гвоздики еще. Вообще кайф, сейчас мы с тобой под конец серии-то прокачаемся. Я думаю, скоро уже можно будет ее заканчивать, потому что мы будем записывать одну серию примерно 1 час. У нас типа такая схема, поняла? Понял, в принципе. У нас уже 1 час прошел сначала записи, но мы там еще в лобби начало фигачили, куда херню какой-то страдали, поэтому думаю, это можно будет это, типа, еще минут 5 поиграть, 10, чтобы у нас был целый час на рафт. Так, ну все, акула, ты отъехала. Отлично, мы без акулы, Кисма, представляешь? Да, ее. Туда этих акул сраных. Ну, кстати, главное, чтобы... Главное, чтобы активисты всякие не узнали, что мы акул-то фигачим в таком количестве. Или там эти, как они называются, эти зоологи? Челы эти. Ну да, которые гринписовцы, вот. Гринчелы. Гринчелы. Так, хорошо, нам нужны еще эти стойки. Угу. Для них все есть. Тык-тык. Стойки, стойки,
Стоечки изготовил. Вот, короче, насчет рафта расскажу сразу же, раз уж мы здесь с вами, да, я вам расскажу вообще, что мы планируем. Мы планируем сделать его как Skyblock, условно говоря, чтобы можно было выходить в лобби, можно было играть, чтобы, ну, таким более френдли. Потому что сейчас он слишком хардкорный, и поэтому многих людей отталкивает, чуваки, понимаете? Ну, реально, я от многих слышал, что, типа, они играли, им понравилось, но они сдохли, и они больше не играют, вот, типа, в таком формате. Да, потому что ты развиваешься 15 тысяч лет, а потом сдыхаешь. Типа, ну, случайно, там, ты, не знаю, тебя акула поймала, ты в текстурке погиб. Или там зафа кашляет, или у тебя кошка прыгнула, как у меня вчера, и все. Так, а у тебя есть этот в норе листы эти? Сейчас, да, дам, подожди, там просто кости плывут. Надо просто еще высушить пачку одну. У меня, типа, 13 есть, мне бы еще 3, я бы мог поставить сушиться пачку. Ну, у меня 16 штук есть. А, это ровно на штуку? Ну, тогда сделай, я сплаваю за еще одной штукой. Уж смотри, нам еще вот сюда вот раз одну, только сначала нужно будет поставить, наверное, на этот, на палку, а потом соединить их, чтобы оно не развалилось. Ну, посмотри, как круто, а, у нас сейчас будет реально крыша. Дольше сможем пережидать под этой крышей кисмочкой, там, целоваться. Балдеж. Заниматься другими всякими непристойностями. В Майнкрафте. В Майнкрафте, конечно. Ну, ты как в бункере, знаешь. Ага. Как в бункере. Надеюсь, это меня анимировать не придется. Не придется, все в порядке. Держи мусор. Ты же говорил, пачка гвоздей, ты мне дала пачку болтов. А, блин, ну это же. А ты говорил, гвозди где-то есть. А, ты вот эти 3 гвоздика? Ну знаешь, в чем проблема, Кисма? Нужно 4 гвоздика. Блин. Одного гвоздя не хватает. А еще нужно 4 металлических части. А для этого нужно запчасти доставать, из них делать металл, поняла? Там вроде есть 4 металлических части, но 2 металла, получается, есть. Ой. Нет, запчасти, да. Думаешь? Там было 4 запчасти. Сейчас посмотрю. Так, 2 запчасти, это 1 металл. Тогда, там 4 было. Ну тогда 4, нет, было 2 и 3. А, понял. Там некоторые электрические, то есть нам пока не хватает. Просто нам нужно 4 металлических части для того, чтобы скрафтить новый верстак. Там верстак. Просто, по-моему, там и те можно перекрафтить. Ну да, вроде и те, но все равно этим не хватает их, понимаешь? Понял. У меня, кстати, скоро акулье мясо начнет гнить. Пожарить его хочешь? Надо бы, ну да, думаю, я просто намекаю тебе, что с этим нужно разобраться. Сейчас приду, разберусь с этим. Приди, разберись с этим. Так, ну, давай, думаю, закончим крышу, похаваем, у меня голод истощения. Жесть, кот, быстрее. Жесть, у меня проголодался. У тебя проголодался кот, все правильно. Проголодался кот. Да, у тебя проголодался кот, нужно его срочно кормить. У меня уже что-то сгнило в инвентаре. Так-то, давай еду сюда. Так, держи, вот в тебя кидаю. Давай, накидал давай. Тебя. Нифига у тебя еды. Да, и каждого еще по 2 куска. Так, сейчас тогда мы, получается, бревнышками все... Накидал затопим. на тебя еды. Почему у нас в разных палетках одинаковые вещи лежат? Кто этот человек, который их выкидывает? Кто этот кот поганый? Кто этот поганый кот? Непонятно. Я бы такого себе никогда не позволила. Точно, 100%. Так, сушилка 1, сушилка 2, сушилка 3. Пока не собирает ткань, нам, ну, я уже запарился ее сушить, если честно. У нас, типа, очень много этих лоскутков, и я не думаю, что она нам прям понадобится сильно. Она просто занимает дофигища места, это вымывшая ткань, ну реально. Ну да, она больше не нужна. Да, она больше не нужна, типа, серьезно. Оп, оп. Ой, горит! Ух, кот, ты что так орешь? Отойди. Ой. Горело только что. Бревно возьмешь? Заберешь бревно. А я сухой, мне нельзя плавать. Я сушу вечер в инвентаре, понимаешь, типа? Сплавай. Так, ну что ж, дорогие друзья, в принципе, как видите, мы уже достигли какого-то, ну, приемлемого уровня выживальщиков, я считаю, типа. Да, это правда. У нас, типа, все очень, ну, типа, хорошо, я считаю. Цивильно. Так, а ты мне еще кусок мяса дала? А ты сама-то, я какой голод? У меня легкий голод. А, я тоже съем, да? О, у меня тоже легкий голод и легкая жажда. Но я легкую жажду сейчас погашу. Погаси. Оп. Все в порядке, отлично. Так, ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом первую серию выживания в рафте, я думаю, можно завершить. Если вы хотите поиграть вместе с нами, смотрите, до 10 числа, 10 января точно обнов никаких не будет, но 10 и после, ой, февраля, вернее, уже какой январь-то, февраля, может выйти эта обнова, понимаете, которая полностью изменит рафт. Поэтому, если вы хотите успеть поиграть, это абсолютно бесплатно. Если что, рафт давно уже вышел из платной версии для тех, кто, ну, может... И лицуха тоже не нужна. Да, лицуха не нужна, просто заходите на кристалликс, причем даже имея лицуху, вы в этот рафт не поиграете. В этот рафт можно поиграть только на кристалликсе. Потому что только у нас есть такой крутой, офигенный мод, который мы с Аней пишем, постепенно его развиваем и так далее. Мы с Аней пишем. Да, вот. Поэтому, чуваки, заходите на кристалликс, регистрируйтесь, играйте вместе с нами и сами попробуйте. Потому что потом, я говорю, все изменится, все будет по-новому. Это будет другое совершенно игра. Давай, может успею? Да, успел, все еще сухой. Я столько бревен принесла, 12 штук. Целых. Да, ну а в следующий раз мы постараем расшириться и перенести все палетки на крышу и сделать крышу. Ну а на этом все, всем удачи, и с вами будет Мастер Лина, всем пока-пока. Пока-пока!